Всем привет, друзья! С вами я, Игорь Ходор, и сегодня я вам расскажу одну игру. Это Учитель Балди Нейбор. И мы сейчас зайдем к нему в гости, но он очень хитрый и очень сильный. Но для начала вы должны поставить лайк, чтобы я прошел первый хотя бы уровень, и мы посмотрели, что за эта игра. Расчет три. Раз, два, три! Лайков стоит, поехали! Чтобы оглушать вашего учителя, бросайте в него предметы. Это даст вам немного времени. Отлично! В принципе, я готов уже смотреть, что за эта школа. Давай, загружайся. Мы сейчас узнаем, кто он такой, как его зовут и так далее. Вы заметили, что учитель из школы подозрительно себя ведет. Найдите ключ и придите в комнату охраны. Короче, нам нужно пробраться и взять ключ к комнате охраны. Смотрите, как он выглядит. Вы видите? Издали. Вау, какая его машина, как вы думаете? Напишите комментарии. Вот это вот. Либо вот это вот, справа, либо слева. Ну, такая вот зеленая, либо красная. Пиши комментарии, мне кажется, машина его зеленая. Потому что он как-то поставил ее, непонятно. Ну, не знаю, посмотрим. По вашим комментариям. Ладно, давайте добудем ключ. Проберемся в охранную дверь. Давай, отлично. Вау, смотрите. Это реально какая-то крутая столовая. Открывай. Так, у нас что-нибудь тут есть или нет? Пока что ничего не вижу. О, ключ! Yes! Все, теперь мы должны пробраться в комнату охраны. Вау! Какие-то много фруктов, да? Интересно вообще, Балди тут учитель, либо кто? Воу! Воу! Чё? В смысле? Офигеть, как он выглядит! Ха. Чего? Я даже не... Как он успел спуститься вниз на первый этаж? Я пока без понятия. Ладно, давай попробуем еще раз. Я, в принципе, не против. Смотрите. Как будто он идет. А, нет, он не сюда идет. Нам нужно быстро забрать ключ. Давайте мы сделаем так, смотрите. Чтобы время не тратить, мы берем этот предмет в руки. Проходим сюда. Бросаем. И бросай. Оу, щит. Возьмите. Бросай. Yes. И забирайся отсюда. Все. Отлично. Теперь этот учитель нам ничего не сделает. Насколько я понял. Так, давай мы посмотрим, где он. Опа, лянь. Лянь идет. О, привет. Я Балди. Я тебя сожру. В смысле, ты Балди учитель? Ты вообще худышка, как ты сожрешь меня? О, я еще какой сильный монстр. Ты монстр? Да ладно, я не верю. Я не верю в то, что Балди может быть монстром. Как вы думаете вообще, Балди кто такой? Из чего он состоит? Из пластилина? Мне кажется, из пластилина. А ваши идеи какие? Пишите комментарии. Будет интересно почитать ваши комменты. Тем более у вас разные комментарии будут, да? Так, у нас комната охраны должна быть где-то тут. Я вот чувствую прям, чую. Yes. О, да, открывай, открывай. Уху! Yes. Yes. Отлично, первый уровень прошел. Так, нам нужно есть яблоки, чтобы у нас была энергия. Ладно, но мне сейчас нужно сделать второе задание. Я пока не знаю. Ваш учитель поставил повсюду видеокамеры. Вы должны их выключить, найдите кусачки в одной комнате, вырубите электричество. О, это будет сложно. Смотрите, там есть спортзал. И это вся школа. Школа на самом деле огромная. Тут периодически вообще на самом деле разные, да, как бы соседи, но... Сегодня у нас сосед это Балди. Он патрулирует эту школу. Ищем кусачки. Пока что не знаю, где они могут быть. Нужно искать. Так, тут ничего нет. Яблочко мы заберем. На всякий случай. И давай посмотрим, что у нас тут. В этих комнатах. Потому что мы должны смотреть все комнаты. Если мы пропустим хоть одну комнату, это будет печально. Поэтому. Давай, давай. Так, открывай. Отлично. Вау, комната физики, лянь. Фантастика. Напишите комментарии, какой ваш любимый предмет. Да, будет интересно узнать. Ну, сейчас, наверное, все на карантине. Сейчас все сидят дома. Напишите комментарии, у вас есть ли онлайн учеба, то есть через интернет. Да, это будет интересно узнать. Потому что Балди у нас решил... Смотрите, какая ситуация. Со школы все ушли, все ученики, но Балди решил у нас гулять по школе. Он не боится вообще, да, как бы ему нормально.
О, этот спортзал я помню. Я к нему вернулся. Но нужно уходить отсюда. Так, яблочко заберем. Будем собирать все предметы. О, щет! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Прячься! Yes! Уху! Он пропустил меня! Он пошел в спортзал, отлично! Все, уходим, уходим, уходим! Давай на второй этаж пойдем. На второй этаж. Тут ничего не нашел. Как вы думаете, тут тоже закрыли на карантин, да, школу? Потому что ни одного ученика, ни одного учителя. Ну, этот Балди очень рискованный. Я, конечно, не знаю, зачем я пришел в эту школу. В принципе, не надо было бы это делать, но я решил показать, что тут делает Балди во время карантина. О-о-о! Ключанский. Теперь нам надо спуститься вниз. Отлично. Давай сделаем это, да, прямо сейчас. Балди Кост, ты где? На всякий случай возьмем предмет. Все, идемте откроем ту дверь. Посмотрим, что там будет. Ла-л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 а. Так, пока что его не видно. Это хорошо. Так, Балдик. Оу, щит! Держи! Yes! Давай, 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 давай! Открой! Открой! Уху! Кусачки! Электричество нужно отключить. Нет! Нет! Это было сложно. Блин. Фантастика. Вы это видели, как он поймал нас? Это же нечестно. Балдикос вонючий. Я тебе сейчас покажу, что такое ловить меня. Реально, смотрите, никого нет. Как будто реально город в карантине. Блин, это реально актуально, слышите? Реально актуально. Напишите в комментариях, хотите ли вы уже в школу? Потому что многим детям уже скучно дома сидеть. Они хотят в школу, они хотят учиться. Я не знаю, я бы с удовольствием дома посидел бы, но в школе интересно. Там любимые твои друзья есть, можешь пообщаться и так далее. Так, Балдикос, не дури. И... Тише! У-ху! Побежали. Так, проснись. Эта музыка напоминает мне Наруто. Согласитесь? Тише! Так, забрали. Ключ мы должны забрать отсюда. Ай, блин, не сюда, а! О май гад. Не тут ключ же, точно. В другом месте. Оу, щит! Так, открой. Оу, где ключ? Спрячься! Уху! Я спрятался! Не может быть то, что он меня тронет сейчас. Так, валяй сюда. А-а-а. Кто-то ты спрятался. Ох, уже спинка болит. Спинка болит? Ха, так тебе и надо. Подожди, а где кусачки? Что-то я не смог найти, да? Что-то как-то странно. Может быть, это тут? Ну-ка. Да, ключ тут, хорошо. Забрали ключ. Уходим вниз. Уходим. Нам нельзя тут останавливаться. Уходим, значит. Так. Ну все, мы идем, получается, к той двери, чтобы забрать кусачки. Потом мы делаем что? Мы разрезаем электричество, чтобы эти камеры нас не видели, да, на улице. Чтобы Балдикос нас вообще никак не тронул. Давай, 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 давай. Открывай. Открывай. Кусачки забрали. Заодно заберем еще яблоко. Так. Теперь где нам добыть электричество? О! Ха! Все, изи, изи-бризи. А ты что думал, Балдикос? Офигеть, ребятишки. Мы уже делаем прогресс в этой игре. Если, конечно же, хотите увидеть дальнейшее продолжение этой игры, пишите комментарии «Гоу соседа Балди». Я буду обязательно снимать. Так, смотрим, что нам нужно сделать. Чтобы разоблачить учителя Балди, вы должны найти записки камер наблюдения, чтобы найти блокнот, в котором записан пароль от его компьютера. Ну, тут такая, знаете, механизм один и тот же. Мы находим, разоблачаем его, находим все предметы, какие нам нужны, и так далее. В принципе, эти соседи все одинаковы. Но действия, как они ходят, этих соседей разные. И общение их разное. Да. Поэтому тут не все так гладко. Как сказать, да? Открывай. Отлично. Так, блокнотик. Нужно найти блокнотик срочно. Вот прям срочно. Давай сюда пройдем. Посмотрим, что у нас тут. Открывай.
Вау, ключ вижу. Серьезно? Забрали. Все, уходим. Уходим отсюда. Давай, давай, давай. Открывай эту дверь теперь. Ну-ка. Вау, ну тут ничего нет, в принципе, да? Как я понял, нам нужно на второй этаж. Потому что тут мы ничего не найдем. Балдикос тут, конечно, патрулирует, но... Нам, наверное, не сюда. Да, тут все ключики закрыты. Но ключ я уже добыл. Хотите продолжение? Пишите комментарии, его продолжение. Все, на этом все. С вами был я, Игорь. Обязательно сниму продолжку третьего уровня этого балдикоса. Пока что я убегу на улицу. Не хочу с ним контактировать. А то, ишь, блин, опасно будет. Может быть, он зараза вообще. Все, с вами был я, Игорь. Всем удачи, друзья. Спасибо, всего хорошего. Всем пока-пока-пока-пока.